раздумьях стоял меж тенистых аллей мужчина, терявшийся в собственных мыслях. Он выбрать дорогу пытался себе, да так, чтобы в выборе не ошибиться. Тот выбор не сложен был, но и непрост. Подобен блужданию в трех пьяных соснах. Дорога была три и один лишь вопрос. Какая из них для него судьбоносна? Дорога, что слева, была хороша, вся в листьях, окрашенных в золото. Только не к этой дороге стремилась душа. Во внешней браваде не виделась толка. Дорога по центру влекла, как магнит, загадочным таинством дымки туманной. Мужчина уже собирался ступить навстречу той самой, что виделась главной. Но что-то внезапно его отвлекло. Взгляд пал на дорогу, что пряталась справа. И в сердце мужчины тотчас расцвело все то, что не значилось в дымке тумана. И сделал мужчина в тот миг шаг назад, любуясь дорогой, что в сердце запало своей красотой. Так выбран был старт, судьбы пробуждения и жизни начала. Рассеялись мысли, и взгляд осмелел. Стал ясен, как солнце, что в лете застыло. Мужчина, который душой сумел свершить судьбоносный и правильный.